Приветствую вас, дорогие мои друзья! Сегодня мы начинаем большое путешествие по очень интересному и популярному городу Гродно. Этот город является частичкой истории на западе Беларуси. Невеста, хорошая примета! На улочках в историческом центре города всегда многолюдно и оживленно. На одну ночь мы остановимся в гостинице «Турист». Этот спокойный отель расположен в 4 километрах от старого замка Гродно. Отель имеет современные номера, ресторан и диско-бар. Именно здесь вечером проходит музыкальная программа. Один раз можно, одну ночь. В этом отеле очень часто проводят различные корпоративы. Так нам рассказывали некоторые жильцы. Среди гостей отеля очень много иностранцев. Цены достаточно приемлемые. Например, одноместный номер он обойдется в $20. А двухместный – 25-26 долларов. В услуги проживания также входят завтраки, достаточно большие порции и очень вкусные десерты. Захожу в номер. Отлично. Три звезды. Нормально. Скромненько. Телевизорчик есть. Персиковая тона, кроватка. В общем, обычная. Переночевать. Всем спокойной ночи. Друзья, всем доброе утро. В этом удивительном городе Гродно вы посмотрите на старейшие святыни, памятники архитектуры и искусства. Этот город словно дышит историей. И приехав сюда, вам обязательно захочется подышать вместе с ним. В теплое время года в этом городе проходят фестивали и праздники, а из уютных двориков нередко раздаются звуки живой музыки. Сегодняшний выпуск посвящен визитной карточке города Гродно. Знаменитый кафедральный храм с очень богатой историей, неподвластной времени. Кафедральный собор Святого Франциска Ксаверия – это достопримечательность, как обязательный пункт в программе каждого туриста. Фарный костел – барочный памятник архитектуры и декоративно-монументального искусства европейского уровня. По размеру это здание сопоставимо с церквями в Вильнюсе, Литва, и в Кракове, Польша. Невероятно красивый кафедральный собор, очень величественный и пышный, я бы сказала. Красота.
Вход в базилику оформлен двухмаршевой лестницей, на парапете которой установлена фигура Иисуса Христа. Как вы видите, костел построен в виде трехнефной с двумя башнями базилики, шириной 30 метров и длиной 60. Наташа, вот это сними, посмотри, какая красота. Осень, полный замок. Хорошо. О старом замке я расскажу вам в следующих выпусках. А также мы вместе с вами посетим знаменитую синагогу и православную церковь. Друзья, по дороге в город Гродно мы посетили знаменитый Августовский канал. Ссылочку на это видео я оставлю в описании. А также по подсказочке вверху переходите. Впереди у нас очень интересная прогулка по самой знаменитой улице Советской. И заглянем в один из колоритных ресторанчиков города Гродно. Подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик. Сначала Швейцарская долина. Вот это мой любимый уголок. Это такое чудо. Сокровище нации.